настроение очень хорошее. Прежде всего потому, что здесь очень много друзей, с которыми я всегда встречался. И, кстати, встречаюсь только на конвентах. Живешь в Москве, знаешь, что они здесь рядом, никогда не встречаешься. Приезжаешь сюда, они здесь же. Вот. То есть прекрасное время для встречи и общения. Это, наверное, самое главное. Даже не самое главное, что сам конвент что-то делается, а то, что мы приходим и всегда позитивно общаемся, так сказать, на целый год вперед. Меня давно здесь не было, и то, что я вот чувствую сейчас, ничего не изменилось. Здесь по-прежнему так же тепло, как и было. Как они это делают, я не знаю. Надо посмотреть, стал город хуже или лучше, но Звездный мост точно не изменился. Они молодцы. Замечательная фестиваль, замечательные встречи с замечательными людьми. И, соответственно, именно этого мы ждем, и именно этого мы, как обычно, как всегда, получаем в Харькове. Читайте хорошие книги, благо их много, и я надеюсь, они помогут вам в жизни. Эти замечательные книги в кожаном переплете. В Сувере не было, 13-й мост ничем не хуже, чем 12-й или 14-й. И я думаю, что в этот раз многие здесь найдут то, что не было на 12-м, и будут этим счастливы. И главное, что люди здесь контачат и наслаждаются тем, ради чего сюда приезжают, настоящей литературой. Итак, необходимое и главное условие есть. Вы приехали, мы вам рады, мы счастливы, мы будем общаться, мы будем делать фестиваль, и он наверняка получится хорошим, по-другому не может быть. Вот с этой полной уверенностью объявляю Звездный мост номер 13 открытым.